Всем привет из Аверят. Что-то видео забыл снять. Быстрее побежал работать. Работы много. Времени мало. Уже завел мотоблок. Хочу рассказать про подстилку. То есть, вот у меня птица живет в теплице, да? Я думал, то есть осенью было принято решение о том, какую хочу я сделать подстилку. Это были опилки. И вот буквально 2-3 дня назад, наверное, 3 уже, да? Я поехал за опилками, тут у нас в Аверятах есть пилорама, опилок нет. Поехал в Красокамск, там ближайшая пилорама, опилок нет. Поехал в Новоивановку на пилораму, опилок нет. Что делать? Мне срочно нужны. Гуси проливают воду. И там, ну, каша такая уже была. Вот. И было принято решение использовать подстилку из торфа. У нас есть тут недалеко, опять же, торфяное месторождение. Я туда звоню, говорю, здравствуйте, говорю, я хочу приобрести торф. Я у них уже, кстати, покупал очень. Мотоблок заглох. Бра! Зараза! Пока разговаривал. Я с ними разговаривал насчет торфа, да? Вот, я говорю, ребят, мне нужен торф. Они говорят, торфа нет. Я говорю, как нет? Они говорят, торфа нет, все, кончился. Я говорю, в смысле, говорю, кончился? Ну вот, все, больше не возим. Я говорю, ну мне надо хоть сколько-то, говорю, привезите. Они говорят, ну ладно, вот у нас последняя машина. И привезли торф 2-3 дня назад. Сейчас я вам его покажу. Я его раскидал по теплице и хочу показать, как он работает, как подстилка. Зашумят. Здесь поспокойнее. Видите, вот я рассыпал торф. Земля, она как бы и не влажная. И не сухая. То есть все равно он какой-то, Ну куда голову там суешь? Прищемить сейчас. Я решил использовать торф. То есть я как бы изучал различную научную литературу. Там как бы говорится о том, что торф тоже спокойно можно использовать. Я думал, ну привез этот торф, он лежит и лежит. Весной я его весь раскидаю. Но вот это чудо, Смотрите, что делает с торфом, кстати. Смотрите, что она тут нарыла. Вот она вся в торфе. И пока он сухой, смотрите, какой хороший чистый торф. Подморозил, вот видите, прям вообще... Офигенный. Куда снимают? Обалденный торф. Я его сейчас хочу. Сегодня весь хочу раскидать его там в конце огорода, где я планировал. Потому что Летюша, ну она вообще и так вся грязная. И тут постоянно в торф лезет. В торф она лезет. Покажи, как ты в торф лезешь. Я фотографию, наверное, сделаю заставкой к этому видео. Летюшкин. Ну, вообще чудо просто. И поэтому, чтобы она не пачкалась, вот придется сегодня торфом заниматься, раскидывать его. Ну и вот, видите, у меня где индюшары жили, там стоят белые мешки такие. Сколько было мешков, столько натарил торфу и туда все отнес. Буду ну, по мере необходимости подсыпать в теплицах. Ну такие новости, такие дела. А сейчас бегом-бегом, быстро за работу. Я думаю, что торф... Дело такое хорошее. Конечно, может быть, опилки были бы лучше. Они больше себя впитали. Ну, видите, как говорится, не успел. В следующем году буду умнее, заранее буду готовиться. Может быть, зимой появятся опилки. Не могу сказать, пока не знаю. Продолжение к сюжету о торфе. Даже техника не выдерживает таких нагрузок, которых я хотел бы на ней выдержать. Вот он, мотоблок. Обломило. Колесо. Ну и как быть? Резиновые сейчас поставлю. Ладно, хоть сухо. Не знаю, будут тянуть на резиновых, не будут тянуть. Но хотелось бы, чтобы, конечно, получилось. Да, Летюша? Меньше и меньше кучка-то становится. Да, моя хорошая? Так что вот такие дела. Я надеюсь, что у вас
Такого не бывает, что техника не выдерживает. Осталось-то всего ничего. Надо сегодня обязательно это сделать. Обязательно. А как это сделать? А как хочешь, так и делай. Но не суждено мне сегодня торф перевозить. Время поджимает, темнеет. Кормить скоро надо всех. Я переобулся. А в этот раз что могло случиться? А? А порвался тросик задней скорости. Да блин! О, видите, там порвался. Да елки-палки. Ну тросик менять у меня. Ни тросика нет запасного, ничего нет. Не знаю. Сейчас, может, попробую, конечно, на передней скорости как-то вырулить, сманеврировать. Не знаю, успею, не успею. Ну очень хочется. Очень хочется. Весь торф перевезти сегодня. Осталось не так много. Ну, обидно, конечно. Но что делать? Работаем дальше. Не везет вообще сегодня. Порвал куртку. Хлам. Порвал тросик задней скорости. Ой, не задней скорости. Тормоза тележки. И напоследок потерял шпильку последнюю. Там какую-то. Нет. Последнюю шпильку потерял. И не едет. Сейчас я вам покажу, не едет мотобор. У тебя вообще колесо отпадет, наверное. Задней нету. Передней нету. Но зато это последний торф. Это последний. Последний пол тачки. Все развез. Не знаю, что с этим сейчас делать. Зараза. Ну немножечко не хватило. Добить. Не знаю. Даже телефон сегодня потерял. Выпал, пока возил все это дело. Батарейка села. А, кошмар вообще. Ладно, я пойду добью. Видите, какой порядок? Я зато доволен. Доволен? Молодец. Пойду как-нибудь что-нибудь придумаю. Или тут выкину, раскидаю, не знаю. Надо как-то доделать. И пора. Уже даже поздно. Кормить скотину. Ну на этом наш сюжет подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.